я понимаю неправильно, пожалуйста, меня поправьте. Правильно ли я понимаю, что здесь собрались люди, для которых важно, чтобы соблюдался принцип справедливости, для которых важно, чтобы соблюдался принцип равенства возможностей для всех? Правильно ли я понимаю, что здесь важен принцип открытости? Для меня этот вопрос очень важен, потому что каждый, кто выходит сюда, он выходит не за колбасу по рубль 20, он выходит не за стоили там сколько-то гривен, а в первую очередь он выходит ради идеалов и целей. По-моему, собрались здесь большинство людей, тех, которых не устраивает та ситуация, которая есть сейчас в стране. Я правильно понимаю? Я правильно ли понимаю, что каждый делает то, что он может? Правильно. Хорошо. Тогда у меня вопрос. Если эти принципы нарушаются, хотя бы один из них, это важно или это не важно? Важно. Важно. Мне тоже кажется, что принципы – это самое важное и самое главное, ради чего мы здесь собрались. Убьем. Нет. Я буду стараться. Я тоже считаю, что принципы – это основное. Но я лично столкнулся с тем, что некоторые принципы, в частности в отношении меня, носят избирательный характер. Я сейчас поясню. У меня были проблемы с возможностью выступить. Я не мог взять слово в течение 5 дней. У меня возникла проблема с тем, что я не смог присутствовать на собрании ВУ Майдан. Я не смог физически туда попасть. Кто вам не дал, здесь вот не предоставил? Я не буду сейчас указывать фамилии, чтобы это не носило характер разбора. Мы сейчас говорим о принципе и о главном. Правильно ли я понимаю, что эти принципы базовые, и они должны соблюдаться и для всех одинаково? Если человек приходит и что-то делает, полезное, не вредное, а полезное, то у него есть такие же права, равные со всеми остальными. Да. Если человек приносит вред своими действиями или бездействиями, тогда можно ставить вопрос о его недопуске или о том, чтобы не давать ему слова. Публично. Все вопросы должны решаться публично. Открыто они не засветлены. Да, надо так сказать. Он правильно говорит. Я ничего не понял. Мы сейчас говорим о базовых принципах. Вопрос не в том, что случилось. Вопрос не в том, что случилось. Вопрос в том, чтобы на будущее подобных вопросов не возникало. Вот это главное. Нет, человек говорит, что здесь свобода слова должна быть. Все поддерживают. Все. То есть принципы для нас это базовое. Каждый, кто может, приходит и делает, если он не приносит ущерба и не вредит, у него такие же права, как и у всех остальных. Все с этими согласны? Да. Все, спасибо большое за внимание. Спасибо.